О чем можно говорить? Это же бесподобно просто. Я никогда вообще не видела такого концерта замечательного, лучше, чем этот. Настолько такая теплая атмосфера. Подняли нас, подняли. Вот атмосферу, до слез, до слез. Душевность, вот это, как сказать, настоящий. Да. То, что вот внутрь. Мы все эти песни знаем. Все это, да. Помним. И все это вкладывается. Все. И мы воодушевлены. И у нас какая-то апатия была. А сейчас прям... Казалось, что уже и нет больше. От массовой культуры мы перешли вновь к следующему этапу, когда культуру в массы. Да. Вот, когда настоящая музыка, да, когда настоящее живое пение, когда мы не бежим за музыкой, а музыка сопровождает чувства. Да, сопровождает чувства. Необыкновенно высокая работоспособность. Очень душевность большая. Артисты работали вот просто по самому высшему разряду. Передать. Где ты красивая, достойно. Да. Такая вот культура ведут в каждом. От слова «здравствуйте» до финальной точки. Просто необыкновенно. Просто необыкновенно. Как будто люди с другой планеты к нам пришли. Огромное спасибо за их труд, за то, что они из всех времен, молодых вот моих. Казалось бы, уж все казалось забыто, все переиначено, все песни делают переделы, а это все звучало, вот как было раньше, как было задумано, как прочувствовано все было. Натурально. Натурально, да. Ничего не искорежено и не испорчено современными металлическими инструментами. Спасибо огромное авторам проекта, спасибо большое исполнителям, которые всей душой. И вот на такой маленький, как говорится, на маленькую аудиторию. Очень красивый, он звучит шикарно. На такую аудиторию маленькую, и они так старались, ну, просто все отрабатывали, как всегда. Большое спасибо всем организаторам и ребятам. Какие молодцы. Жаль, что это не видели все, кто мог бы увидеть. Мы вам сделаем видеозапись. Ой, это было бы здорово. Это было бы здорово. Сможете показать друзьям. Необыкновенно.